Ребят, привет! Я тут скачал 4 стендов 2, смотрите. А вот я теперь буду стрелять с АВМ или другой винтовки с прицелом. Вот, смотрите, вот так вот. У меня с прицел появляется. Заходим в стендов 2. Вот видите, он у меня не исчезает. Смотрите, это прикольно. Так сказать, потому что, смотрите. Во-первых, это прицел. Он стоит ровно по центру. То есть я смогу нормально стрелять с АВМ в переходе. Значит, смотрите, и вот что получается у нас. Например, на это честно. Вообще это честно. Ребята, ну, завидуйте мне. Так, крутой чит Standoff 2. Я вам советую. Ну, не советую вам играть с читами. Я просто развлекаюсь. С читами. Значит, я могу вам показать. Это закладки бомба. Давайте. Значит, смотрите, я буду играть с винтовками. С АВМ или с чем-то там. Могу без прицела убивать их. Сейчас, подождите, представим. Вот, ребята, я уже буду выбирать команду. Конечно, за террора, подождите, я проснулась. Я буду ждать, пока не... Подождите, щиты это плохое дело. Ребята, это точно понятно. Щитами играть нельзя.
Привет. Видео. Yeah.
вот ID.
Простите. Но не выиграл.